Это грубейшее нарушение. То есть, может, суток до третьего числа. Потому что они, во-первых, прослушивают мои разговоры, знают, что я Карлосу сказал, что приходи домой. Они знают, что Карлос может немножко выпить или что, может остаться там в офисе. И может не остаться. Дело не в этом. Дело в том, что я не понимаю, почему его забрали в полицию. Раз на месте надо, можно было оштрафовать. Как можно 4 человека полицейских в полицейской машине, и ни у кого нету протоколов. Адвокат спрашивает, откуда у него кровь. Он говорит, сам себе за десны кусал и за щеки кусал, чтобы кровь была. И он говорит, на нас кровью плевался, он испортил полицейский мундир. Бахалкалаки в Джавахите все знают, что полиция – это преступная организация, криминальная организация. Только назад выбрали эту организацию, которую создал Амирам Месхели, Топури, Ахубадзе. Это все исходит из-за того, что у нас в Ахалкалаке местные наши вот эти бандиты, которые одели полицейскую форму и думают, что они полицейские. Они не соблюдают законы, они соблюдают, я не знаю, какие-то свои внутренние законы. Но то, что сегодня, вчера сделали с моим братом, это они сделали специально по отношению к нам и нашей семье, потому что они не любят здесь политически активных людей. Все в Ахалкалаке, которые занимаются активной политической деятельностью, они им специально создают вот такие проблемы. Если они думают, что из-за таких действий мы испугаемся и уйдем из политики или еще что-нибудь, они очень сильно ошибаются. Сейчас подадим апелляцию по поводу моего брата. Мы очень хотим, чтобы его очень поскорее выпустили. И обязательно предпримем правовые меры по отношению к этим так называемым сотрудникам полиции, которые незаконно его задерживают, избивают и сажают в тюрьму. Ինքը պրամոգսյոր, 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 ինքը պրամոգսյոր